Всем привет, добро пожаловать с вами снова, Наташа Бой. У нас сегодня запеченные суши, как я их давно не ела. Вкуснятина неимоверная. Вы все время спрашиваете про доставку, называется она Суши Студио. К сожалению, она доставляет только в районе где-то метро Девяткино, город Санкт-Петербург, поэтому... Но она была рядом с домом, поэтому я ее выбрала, и мне повезло, что это вообще практически самая лучшая доставка в мире из... тех трех, которые я вообще в своей жизни пробовала. Значит, здесь суши, запеченные с крабиком. Это с лососем и мидиями. И здесь угорь и шапочки. Я думаю, что они все из крабового мяса. Давайте пробовать. Я профессионально владею палочками. Если вы не знали, постучать. Чтобы никто не пришел. Они такие большие, что не вылезают в рот. Так, это поменьше. С угрём очень вкусный.
У меня опять происходит набеги кота. Что ты там как-то суши сегодня тяжело идут. Я не знаю, с чем это связано. Можно я скушаю последнюю? Еще имбирчика. Чуть-чуть. Все, ребят, спасибо большое, что были сегодня со мной. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. И до скорой встречи.